Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кустанайскую область. Президент уже ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в городе Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении ремонта. Глава государства отметил, что изношенность сетей очень высокая и ситуацию необходимо взять под контроль. Правительству он поручил впредь очень тщательно готовиться к зиме. Сложившуюся ситуацию он обсудил и с жителями Рудного. Мне только что аким города заверил, что в принципе в квартирах сохраняется тепло. Вот я хотел спросить, так оно или нет? Честно скажите. Так, да. Честно. Да. Да. Тепло настроили полностью. Честно. Вот. То есть, походу, мы успели это сделать, в отличие от того, что произошло в Акима-студии. Там ситуация была очень плохая. Вот. Вашими вопросами, вопросами бытия, жития мы будем очень плотно заниматься. Также Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологий в птицеводстве. Аким области Кумар Аксакалов представил президенту промышленный и аграрный потенциал региона. Также глава государства побеседовал с местными товаропроизводителями, отметив, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий